Так, Саньонг Муссо. Замена датчика подогрева двигателя или прогрева двигателя. В общем, у меня на холостых стоит где-то примерно 500-400 оборотов. А на холодную, когда вообще глохнет, приходится завести на холодную и держать педаль. Двигатель дизельный. Ну вот столько вот он держит оборотов. Ну это сейчас он, ну, холодный еще, но в гараже стоит. И вот надо увеличить обороты ему. Я Вадим. Нравятся мои ролики? Ставь нравится и подписывайся. Поехали. Вот такой он датчик. Вот датчик прогрева двигателей. И вот у меня вот этот вот один сосочек отломился. Может, из-за этого. Так, все подсоединено правильно. Я уже проверял. Мы в интернете нашел, как ставится. И вот я его снимал, свой датчик. Где он, как его увидеть? Вон он стоит. И трубочку туда приклеил на суперклей, но результата ничего не дало. Все равно нету больших оборотов. Ну вот сейчас его выкрутим, вкрутим новый. Так, и чтобы туда до него добраться, до этого датчика, вон он где стоит. Надо снимать или коллектор, вот этот впускной. А чтобы его снять, надо вот эту вторую трубу снимать, откручивать. Ну вот я решил сейчас попробовать, откручу вот эти вот три форсунки. Ну, три трубки на форсунке. И подлезу туда головочкой, наверное. Так, вот таким ключиком специальным на 14. Откручиваем. Ну, так вот я их убрал. Сторону сюда вот заклинил. Все, сейчас можно будет подлезти. Так. Ну и что-то все равно он низковато стоит. Головкой не подлезешь. Сейчас я подберу ключ какой-нибудь. Так, ну вот подобрал я вот такой ключик у меня есть. У него хорошо и в пространство внутри побольше. Так, сейчас я покажу. Вот так вот вставляется. И трубочки не сломаются, даже если затягивать буду. Места хватает. Все, сейчас надо как-то его сюда протолкнуть. И вот к нему еще не так просто подлезти руками. Надо было вот эту трубку отсоединять. Но потом прокачивать тогда надо будет солярку. Вот так вот потихонечку.
так вот. Все, вот так вот я заклеивал трубочку на суперклей с содой. Но все равно что-то он не работает у меня. Так, все, теперь вставляем новый. Так, есть. Так. Ну, сейчас надо как-то аккуратненько ключом его закрутить, чтобы он у нас не отломились трубочки. Так, сейчас аккуратненько подтянем. Вот так вот. И вот я не знаю еще трубочки в какую сторону вставлять, но я думаю, без разницы, наверное. Попробую сейчас ставить вот сюда вот, которая загнутая на меня вот смотрит, которая будет у нас в вакуумную систему идти, а та ровная на опережение. Так, и все, вставляем трубочки. Так вот. Ну все, сейчас прикручу форсунки, трубки на форсунки, и будем пробовать. Так, ну вот я открыл гараж, чтобы маленько машина остыла. Ну и пробуем, заводим. Так, вот обороты поднялись к 1000. А сейчас на холодную даже не глохнет. Ну, сейчас подождем, пока нагреется, и посмотрим, как будет работать дальше. Так, ну вот двигатель прогрелся у нас. Ну и где-то 900 оборотов стоит. Ну, я думаю, нормально. Понравился ролик? Ставь нравится и подписывайся. Все.